сурдинки. Это место святого Стефана, где от 7000 евро номера стоят в сутки. Красота, конечно, здесь. Валя, вот этот остров, да? А? Вот Стефан, да? Святой. Вот мы на этом острове каждый день, свободный день купаемся вот здесь вот. Да, вот это остров Стефан. Вот те камушки, которые я снимал. Это Бечичи. А где вот Бечич? Это Рафаилович, наверное. Или Петр... как они? Петрович. Не знаю, честно. После Бечича Рафаилович идет. Да. Вот это Рафаиловичи, да? Это Будва, это городок Бечичи, это Рафаиловичи. А вот, вот внизу это тоже был? Это Рафаиловичи. Вот. Итальянцы, в общем, магистраль отель. Это Святой Стефан. Да. Дальше русское село, видите, дома на горе, видим немножко. Это Черногорцы купили землю за бесценок, за дешевые деньги хотели построить русское село, продать наши соотечественники. Здесь глубина каньона километр, да? Максимальная. Да. Вот наши микроавтобусы. А вот наши друзья, соседи. Вас двоих-то щелкнуть? А? Вас вместе щелкнуть? Да ну так вроде ничего. Там вид хороший. Форель не видно, потом рассмотрим. И дикий инжир, Лена. Дикий-дикий. Все, здесь он мельчает, уже самое глубокое место. Мы проехали. Все, поехали, Валер. Поехали. Вот мы идем к монастырю Новорыча. Как же красиво. Так. И внизу там что? Какая красота. Там бы посидеть, форель поплавить, искупаться. Вон она, туда, вот мостик, к которому приезжала. Ой. Что, ойкаешь? А я думал, кому-то на ногу встал. Смотри, какие ты красивые, Мария. Да? Да. Цвета, смотри, какие. Раз, два, три, четыре разных цвета. О, с гор течет и в реку впадает. А там пиво охлаждается и вода. Молодцы. Термальные используют и холодные используют источники. Валер, сфотографируй меня вот с этими гортензиями. А я думал, с колоколами. Ну вот, чтобы колокола и гортензии. Сейчас, Леночка, сейчас. Вот она, монастырская пасека. Ой, красиво, Сара.
А это вот как улей сделано. И вон пчелки там. Часовня, да? Да, молодцы монахи. Вон у них тарелочка есть. Дели, парад, я просто вот эти фотографирую, гортензии. Этим, вот тут вот встань, я тебе фотографирую. Мне вот тут больше нравится, Лен. Давай. На лапочку садись, если на это. Ой, какая красота. Александр разговаривает, дела какие-то. Настоятель. Один из первых. Тоже киви. Но в горах они помельче. Здесь попрохладнее. Целая с винами половника. Ваня, пойдем там. Давай. Посмотрим. Давай я ему скажу туда, еще соберут его побольше. Приветик. Здрасте. Что это вы взяли? Просвирочку? Подарочку от набрала. Браслетик. Ой, какие браслетики симпатичные. Лен. Лена. Нет, я не подвоем. Ну, а ушла. Вот я хочу. Смотрите, какая прелесть. Очень красиво здесь. Да, еще два дня будем с дачи. Ага. Да, здесь действительно очень красиво. Прям... Фильмы снимать, да, можно и... здесь, да? Да, очень много. Купили, взяли дочери. Там... Это Брайанцы производится. Сейчас не дадите, я покажу вас с ним автобусянию, когда Артур будет пройти. Похоже на обсидиан. Брайанцы. Ну, это тяжелый, как камушек какой-то. Нет, это дерево. Дерево, это дерево такое тяжелое. Конечно, это дерево. Это красный лук. Да, не, а вот смотри, там другие потяжелее как будто, нет? А, вот это по-другому. Это камень, да. Это, да, типа обсидиана, да. Это у них сад и огород. А это святой источник. Богоматерь с Иисусом. Есть, конечно, и там медицинат, а дает деньги, но все сами делают. Но пожалуйста, он не большой. Вау!
Да, там можно сфотографировать. Да, горы, горы, горы. Вниз. Красиво. Ну, красиво. Тишина какая. Идемте сейчас немножко погуляем. Давай, посмотрим. Да, знаменитые Гурмиторские, видите, черные сосны. Черные сосны. На побережье таких нет, только тут национальный парк Гурмитор. Похоже немножко на русские корабельные. Мы их еще увидим очень много. Идемте, пройдемся. Ой, Валя, дай фотоаппарат у меня. Да. Во, уже видно речку Таро. Ой, там как озеро. Да тебе хотела снять. Да ладно. Сейчас это иду. Саша, не рот. Вот запись пошла. Лена снимает каньон реки Тара. Здесь его глубина около 900 метров. А максимальная его глубина 1300 метров. А, это просто мы сейчас на высоте 900 метров. А еще же выше скалы идут. Так что здесь уже около 1400 метров. Дурмиторский. Я думаю, ты так встань. Ой, вода там есть? Да. Осталось еще. Да. Что? Вода как подкрашенная, минералы. Ее какие-то подкрашивают. Вода сегодня непонятного изумрудного цвета. Обычно вода прозрачная. Я не знаю, почему так. Может, дождь был вчера в горах. Обычно прозрачная. Чтобы показать это место, видно дно всегда. Да? Но сегодня изумрудный. Ну, главное, что это не химия. Минералы какие-то, наверное, вымывает. Окиси меди. Поэтому цвет такой. Окись хрома тоже такой цвет имеет. О, дин-дин-дин-дин-дин. Да, река Тара. О, что? Свет да будет. Да будет свет. Ну пойдем дальше. Ага. Лет назад этот мост через реку Тара считался самым высоким мостом Европы. Максимальная высота 200 метров. Вон, что отсюда скатиться уже можно, да? И снизу фотографировать, намного интереснее. Я говорю, отсюда можно скатиться и снизу фотографировать. Так, машин нет, можно перейти. Лен, ты где? Я тут. Ага.
Так, наш автобус. Сейчас на ту сторону перейду. О! Где тут? Вот, сюда вот 200 метров. В этом году тарзанки нет, в том году была тарзанка. Вот до воды 200 метров. Да, сегодня дымка. Все должны грести. Да, расстояние большое, кажется, что они вообще еле ползут. О, все, Леночка, выключаю. Конечно, чуть больше снег сохраняется целый год. В сентябре уже снега больше, конечно же, намного. Нам повезло более-менее хорошая погода, потому что когда облака, конечно, каждый раз все пропадает. А так мы видим весь дермитор очень хорошо, все хребты. Это было. Это оно и есть? Да, это оно и есть. Не, собаки, если что, замечательно. Я пока не держал собаку. Не знал, что у нас еще два кота, кошка и кот. Дружат, да? Ну они да. Сейчас вот другая у нас собака. Ага. Но все равно они садятся к ней. На будку, а да, коты подходят. Да, ну подходят к ней. Так перебирают, конечно, когда еще маленькая была, она не понимает, она лапами. Так, ну сейчас мы спросим, как мы там делаем. Дорогие мои туристы, как мы с вами сделаем? Что-то пойти вокруг озера по вашему кругу или погуляем, походим здесь и не пойдем по вашему кругу. Я не пойду. Я могу пройти. Мы не пойдем по столу. Давайте погуляем по дороге. Я тоже. Я мы вот сидим, я подожду вас. Идите, мы вас подождем. Вот, на лавочку садимся и ждем людей. Да ладно, походим тоже. Я посижу чуть-чуть. Можно я посижу? Встань вот сюда. О, едем 5 минут. Сказали. Ну, здесь собираемся, да? Уважаемые, давайте лучше соберемся уже непосредственно там у шлагбаума. У шлагбаума. Хорошо. В 3 часа во сколько? Ну да, грубо говоря, в 3 часа у шлагбаума. А что я должна сделать? Сушить весла называется. Ну да, айсы, май, автомат. Шушить так шушить. Так, мы тут прикормили. Вода градусов 20. Купаться будете? Мы уже искупались. Они уже накупались. Мало. О. Там туристы, в том числе и загорелые, Иван. Ты можешь к берегу ее? Нет, мама, уже нет. Смотри, тут сейчас перевернется. Ну что, ты не дури. Не дури, Саша.
Похоже, Женя, да, на нашу знакомую? Да? Очень, да. Ой. Я почему-то всегда. Жень, ты вылазь сама, потому что я подойду, я там вода будет. А на кого, не знаю. На Катерину. А на Катерину? Да. Ты Зани? Да. На доктора нашего на доктора. Любимого. Ой! Ой! Склизь, скажи. И даже не помог. Да я подойду, она по колено там была. Не джентльмен, не джентльмен. Ты опять пошел туда же? Да. Ну ты вот туда подойди, к лодочке ты засунь. Ну, конечно. А если еще ты подойдешь? Вы решили на лодочках покататься? Да, вот сфотографируйся. Так я тебя заснимаю, ты в лодку садись. Ты меня заснимаешь? Ну, конечно. Ты меня засними лучше, когда я вырнул. Все видно? Давай. Все, короче, я ныряю. Ой, мама родная. Ой. Молодцы. Я вами, моржи. Я вами горжусь. Из-за кадра нырнул. Нет. Я вами и горжусь прям. Да, конечно. Ну, мне кажется, здесь вода не цветет. А что она будет цвести? Она тут все время... А потом... Вот. Где здесь святой Стефан? А? Где ты здесь? Ты, чтоб сверху заехал. О, где эти бункеры? У солнца не море. Пази вида, а у тут много... Святой Стефан здесь. Очень дорогой отель. Со Филарем. Томел Андерсон. Шварценеггер здесь отдыхал. Ты где? Ой, ну давай, я сел. Ты меня можешь сфотографировать. Потом рассмотрим, что там будет видно. Это бухта Петровац тоже называется, да? Вот гостиница для бездомных кошек и собак. Да. Разве поверишь? Да. Вот она. Такое солнце, все. Все очень красиво. А огромный песчаный пляж, но не развитая инфраструктура из-за того, что здесь все заливается. Все здесь заливается водой. Пока ничего с этим сделать не могут. Большие вложения требуют.